Написать письмо Деду Морозу и получить от него подарок. Воспитанников Республиканского центра социально-психологической реабилитации детей поздравили с наступающим Новым годом. Акцию организовала Крымская библиотека для молодежи и Министерство культуры Республики. Ребята тоже времени не теряли, устроили концерт, пели, танцевали и водили хороводы. О чем попросили Деда Мороза дети, знает Анастасия Соленик. Все дети написали письма Деду Морозу и поведали волшебнику о своих самых главных желаниях. Кто-то попросил куклу, кто-то мягкую игрушку. А для того, чтобы все мечты уж точно осуществились, ребята дополнили свои послания вот такими вот рисунками. Все воспитанники реабилитационного центра точно знают, что Дед Мороз приносит подарки только трудолюбивым ребятам. 16-летний Дима пытается развиваться творчески. Пишет песни, читает рэп. Подарку, который получил, парень очень рад, поскольку не может жить без музыки. Я попросил MP3-плеера, чтобы мне слушать музыку, там, кайфовать под музыку. А вот Анжелина не успела написать письмо зимнему волшебнику. За нее это сделали друзья, чтобы девочка не осталась без новогоднего подарка. Мне очень нравится, что я получила клуб Monster High и шапочку с глазками. Я верю в Деда Мороза, потому что у нас часто подарки, и он... Каждый ребенок получил в подарок именно то, о чем попросил Деда Мороза. Автора этой акции вот эта хрупкая девушка. Идея появилась совершенно неожиданно. Увидела в интернете, что в России давно практикуют такие акции. Вот, и хотелось устроить праздник деткам. Отсканировали, выложили в интернет, в нашу соцсеть, группу ВКонтакте. А потом распространяли, ну, друзей просила делать перепост, если, допустим, нет возможности купить подарок, чтобы люди могли увидеть, да, что есть такая акция. Благодарные за подарки ребята пели, танцевали и водили хороводы вместе с главным гостем Дедом Морозом. Анастасия Соленик, Иван Ковалев. Время новостей.